Регламентированный медосмотр, то есть хоккеисты проходят ряд специалистов, такие как окулист, травматолог, кардиолог, спортивный доктор, вот, и сдают ряд анализов, то есть это кровь, биохимический анализ и моча. Вслед за этим они проходят инструментальные методы исследования, это УЗИ абдоминальное, УЗИ сердца и велоэргометрия, то есть нагрузочная проба. Ну, хотелось бы сказать, что ребята приехали в форме. Ребята, ну, на первый взгляд, скажем так, готовы к прохождению предсезонного турнира. Ну, это прежде всего идет велоэргометрия. То есть мы с помощью вот этого спедика мы можем проверить. Во-первых, мы можем дать дозированную нагрузку, именно подконтрольную дозированную нагрузку. И на этой нагрузке смотреть, как идет сердечное сокращение, как реагирует сердце на эту нагрузку. Мало того, как повышается число сердечных сокращений или не повышается на нагрузку. Вот. Ничего, у нас вообще очень все неплохо. Вот она, шестая ступень. Почему он и сидит, подпыхивает уже, чувствуется нагрузочка, он уперся. Вот он сейчас выполняет двойную нагрузку. Хочешь, не хочешь, он сейчас начинает работать. И при этом работая, видно, что у него пульс поднялся аж до 150, почти до 160 в минуту. Идеально. Да, как всегда, да, еще каждый год проходим. Нормально, если тренироваться летом. То есть заниматься все нормально. То есть обычная тренировка, разминка. Главное, чтобы сердце было нормальное.